Предприятием выполняется комплекс работ и мероприятий по наладке и ремонту оборудования тепловых сетей. На сегодняшний день завершены испытания по котельной Южная-1, Южная-2, 10-й квартал, 8-й квартал, Чубаевка, Черняховского, Клубничный переулок, Шампанский переулок, Северная-1. На этой неделе заканчиваются испытания сетей от котельной Северная-2, продолжаются испытания по сетям центра города Пао-Одесская ТЭЦ. В ходе испытаний на сегодняшний день выявлено 867 повреждений, из них 730 уже устранены, остальные находятся в разной стадии устранения. Также выполняется текущий ремонт котельного оборудования. На сегодняшний день по графику отремонтировано капитально, фактически подготовлены, закончены работы фактически по всем котельным. Проводится замена поверхностей, чистка поверхностей нагрева, ревизия запорной арматуры, проверка контрольно-измерительных приборов, подготовка приборов учета к работе в зимний период. Поэтому работа пока ведется в плановом режиме, и предприятие мы готовим к отопительному сезону. На сегодняшний день закуплено уже 6830 тонн песка. Продолжаем завозить песок. Закупка соли планируется в объеме 3300 тонн в сентябре месяце. Подготовка зимнего оборудования на сегодняшний день ведется. То есть сварочные работы, ремонтные работы, ремонт отвалов, замена резины на отвалах, ремонт насосов, гидравлического оборудования, сварочные работы и тому подобное. Вот. Переоборудование зимней техники будет производиться, начнем в октябре месяце, чтобы до 1 ноября вся техника была переоборудована.